Сейчас я приду. Девочки, вы сотворили чудо. Это нужно отметить. Башни стали нашими. Я отправила группу бойцов. Они расчистят нам путь в лабораторию X. Эх, скорее бы найти отца. Конечно, конечно. Но сперва предлагаю выпить. За капитана Бласковица. Давайте-ка выпьем. Выпьем. Сунты. Выпьем. Кэс-кэс-бум. Садитесь же, пейте. Итак, взломав все серверы в башнях нацистов, мы получили полный контроль над обменом данными между Парижем и Берлином. Сработало быстрее, чем я думала. Лотар. Мой милый, время пришло. Die Untermenschen schlafen? Да. Bereit, der Regierung in Berlin einen Denkzettel zu verpassen, meine Liebste? Die Vision unseres geliebten verstorbenen Führers in neue Sphären zu heben und ein viertes Reich zu gründen. Eine neue Welt über den Wolken. Славься, четвертый Рейх! Bist du sicher, dass sie schlafen? Ja, natürlich. Merci! Огромное спасибо за помощь! Дай девушкам вина, сигарет и приключений, и они клюнут на что угодно. Genug davon! Der Tag des jüngsten Gerichts rückt näher! Wir müssen in Labor X eindringen und uns auf die Machtergreifung Berlins wappnen! Bringen wir es hinter uns! Zieh ihr den Kopf zurück. Welch
ein befriedigendes Gefühl. Der Blutlinie von Terror Billy ein Ende zu setzen. Артур, Кеннет. Мы в пути, Эбби. С гусем баронессы что-то неладно. Поняла. Конец связи. Эбби Шерри, приходи с девочками в комнату отдыха. Зигтурм, задействуй союзников в Берлине. Пожалуйста, скорее. За ними, Джесс. Я с Эбби. Эбби, Эбби. Лотар, скорее. Сука! Джесс, помоги! Черт! 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 Эбби, держись. Эбстер, тебе больно? Сука, да больно, твою мать. Сейчас, сейчас. Стоп, стоп, стоп! Сука, застрял. Дай-ка я, Джесс. Курва мать. О, боже, боже. О, боже. Так, подумай сейчас о чем-нибудь приятном. Приятном? Хорошо, Эбби? У меня нож торт. Ты нас напугала. Жить буду. Когда найдете отца, передай ему это. Скажи, что от Сета. Поняла. Так, вот что я узнала. Когда генерал Лотар перестал подчиняться Берлину, в его пентхаус в Зигтурме был направлен отряд. Во время штурма он был серьезно ранен, но сумел сбежать в парижские тоннели вместе с Жужу. Затем они вышли на связь с сопротивлением и проникли в его ряды. Это реально очень опасная парочка. Берегитесь. Как ты там, Эбби? Сижу на болеутоляющих. Спасибо, что спасла нас той кодовой фразой. Да, без тебя наш план провалился бы. Что ж, рада помочь.